Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть вам канал Максим Гейм. Он снимает видосики на Амазинге на 6-м сервере. Также крутит рулетку, делает стримы. Поэтому обязательно подписывайтесь, пацаны. Это, если что, не реклама, он мне деньги не платил. Я просто решил сделать ему приятно, поэтому обязательно подписывайтесь на него. Смотрите его видосы, поддерживайте. Я думаю, он заслуживает этого, поэтому ссылочка будет в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь и поддержите парня. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы поговорим про Амазинг, а именно про его модпак. Итак, это группа модпакера Амазинга, кто не знает, ссылка на нее будет в описании. Итак, появились новые новости, а именно три новости, связанные с Ламбой и с Сугурбаном, или Таху, я так и не понял, что это за машина. Короче, вот, смотрите, давайте перейдем вниз, вот, это вы уже видели презентацию, если что. Вот, он добавил винилы на Lamborghini Huracan, не помню, как это там, Spider или, не помню, как она называется, короче. Два винила, вот он их представил, короче, мы подробно их рассмотрим, понятное дело. И вот он приехал, короче, я так понял, отдыхал, либо по делам ездил, и выложил вот такой вот пост. Значит, пацаны, ваш любимый сугурбанчик, или что это, или Тахо, блин, вернется. Ну, вроде это Таха, кстати, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Ну, ладно. Я думаю, вы, в принципе, в курсе тоже. Кто подписан, тот уже в курсе давно. И ему рассказывать ничего не нужно. А кто не подписан, тому я и буду сейчас все рассказывать и показывать. Итак, вот первая фотография. Это у нас Lamborghini в камуфляже. В камуфляже, в таком военном камуфляже. Очень, кстати, красивом. Сейчас мы все... подробно рассмотрим. Да, вот так вот эта малышка выглядит. А, это змеиная кожа, типа. Я так понимаю, да? Ну, вроде похоже на змеиную кожу. Не, ну очень круто выглядит, на самом деле. Очень круто выглядит. Я бы себе такую ламбу реально купил бы, блин. Я даже знаю, на что ее по-любому заменят. Скорее всего. Да, думаю, это очевидно. Я просто не представляю, сколько на нее винил будет стоить. По-любому у него жестко будет 10 лямов. Винил будет стоить, наверное, ляма 2, 3... Скорее всего, где-то так, примерно. Потому что на Rolls-Royce чип стоит 1-2,5 миллиона, по-моему. А насчет винилов, ну да, где-то будет лям с половиной, 2 ляма будет винил стоить, я думаю, на Lamborghini, вот такую вот. Но это не точно, пацаны, это просто мои предположения. Ну, блин, очень качественно вроде бы как сделано. Конечно, я приблизил, не так качество выглядит уже, но все же, блин, это очень круто. Я, конечно, уже жду новостей по BMW, на самом деле. Когда там уже BMW, что там с BMW, M5E60. Ну да ладно, в принципе, я думаю, на это тоже можно посмотреть. Ну что ж, погнали дальше. Итак, самая гламурная машина в Батырево. Это ламба с винилом Gucci, как я понимаю, да. Это винил Gucci. Такой вот, не знаю, как этот цвет даже назвать. Какой-то он такой, блин, бело... желтоватый, что ли. Такой какой-то, блин, непонятный цвет. И на нем вот много таких надписей Gucci. Ну, не знаю, мне вот тот винил со змеиной кожей как-то больше понравился, на самом деле. Но это тоже неплохой. По идее, будет еще третий винил на эту машину, потому что всего, ну, всегда, короче, добавляют три винила на одну машину. Поэтому будет еще третий винил, будем ждать, в принципе, новостей. Но так, если смотреть, моделька качественная, винилы тоже вроде бы нормальные. Особых косяков я вообще не вижу. Ну и вообще косяков я не вижу. Поэтому вроде бы как четенько выглядит, очень. Кстати, вы видите, вот этой Lamborghini крыша снимается. Как вы можете заметить. И поэтому над спайдер называется, или как, я честно, вот серьезно не помню. Блин, раньше помнил, сейчас что-то забыл. Реально забыл. Ладно, погнали к следующей машине. Итак, вот этот красавец Тахо или Сугурбан, я честно не понял, блин, они... Блин, вроде же это Таха или нет? Или Сугурбан? Бля, я не шарю особо, блин, но если бы я жопу посмотрел, я бы вам точно сказал бы. По моему группе модпакера есть именно вот эта модель, поэтому давайте я сейчас гляну и точно вам скажу, что это Таха или Сугурбан. Так, я нашел эти фотки, но, блин, я толком ни хрена и не понял, на самом деле... что это Таха или Сугурбан. Здесь, блин, по-моему, ни хрена не написано, что это такое. Ну, блин, вроде это Таха, я не знаю, блин.
Вроде Таха. Может и Сугурбан. Это вроде Таха должен быть. Не, ну я помню, что раньше Сугурбан был, а это вроде бы как Тахо. Поэтому, блин, напишите, короче, в комментариях, не будем гадать. Потому что я хз. Я вот не разбираюсь в этих американцах всех. А вы у меня шаристые пацаны, поэтому мне обязательно подскажете в комментариях, что это Таха, либо Сугурбан. Поэтому да. Блин, видите, нигде ничего не написано. Вообще. Ну, цвет, кстати, прикольный вот этот. Такой прикольненький цвет, короче. Ну что ж, пацаны, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на группу модпакера будет в описании. Это не реклама, пацаны. Кому интересно, тот подпишется и будет следить за разработкой модпака. И будет помогать в разработке. Мне никто не платит за эту рекламу. Я просто хочу отблагодарить, так сказать, что я беру материал для своего видео, чтобы показать вам. Как бы, я думаю, это вполне себе нормально. Поэтому заходите, чекайте группу. Новости довольно-таки вроде бы часто выходят. Вон, выходили даже вот трейлеры Lamborghini этой самой. Можете посмотреть Kia Stinger там. Ну и много разной другой информации. Короче, повторюсь, все ссылки в описании. Просто все, какие могут быть, все в описании. И всем пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.